Я приветствую всех, кто в эти минуты смотрит наш канал. В эфире программы «Итоги недели». Подробно о главном за 7 дней расскажем вам я, Ирина Левчук, и мои коллеги-журналисты БукТВ. Из всех событий этой недели мы обсуждаем то, что важно знать и к чему необходим компетентный комментарий. Как всегда, в начале выпуска коротко о главных темах сегодняшней программы. Любимый мой дворик, ты очень мне дорог, или все о благоустройстве дворовых территорий в Бресте. Большой материал об инициативных брещанах, которые делают свои территории комфортными для проживания. Газета была, есть и будет. Брестский вестник в новом формате рассказывает теперь о новостях и города, и Брестского района. Какой видят объединенную газету коллектив редакции, руководители города и района говорили на встрече в Брестском горисполкоме. Альпинизм – это не профессия, это зов сердца. Брещане Михаил Макеенко и Александр Войтюк в 2019-м в составе команды белорусских альпинистов впервые в истории подняли пламя мира вторых европейских игр на Монблан. В эфире программы «Итоги недели» мы начинаем. Председателем Брестского облисполкома Юрием Шулейко на 2021 год обозначена и подкреплена финансово важная задача – благоустройство в Бресте дворовых территорий, которые проектировались в 70-80-х годах. Об этом в своем интервью нашим корреспондентам рассказал мэр города Александр Гачук. Об уютном дворе наверняка мечтают большинство горожан. И пока одни упорно ждут, когда же подойдет очередь на ремонт их придомовой территории, другие благоустраивают ее по своему вкусу. И таких инициативных и неравнодушных брещан много. Наш следующий сюжет – прямое тому доказательство. Мы отправились в несколько дворов областного центра и пообщались с теми, кто неустанно создает уют и красоту не только в собственной квартире, но и на своей придомовой территории. Улица Шоссейная, двор дома номер 3. Некогда ровная дорога и аккуратные парковки со временем приобрели совсем неподобающий вид, а потому было принято решение привести все в порядок. Благоустройством двора занялись специалисты Брестского ДЭП, которые быстро и качественно справлялись с поставленным перед ними фронтом работ. Немаловажным является и то, что этот двор не единственный, который в скором будущем получит обновленный и ухоженный вид. В этом году губернатором обозначено и подкреплено финансово направление перехода во дворы. Во дворы тех районов, которые проектировались в далекие еще 70-80-е годы, где были немножко другие приоритеты. И вот сейчас в стадии реконструкции 10 дворов. 5 дворов в Ленинском районе и 5 в Московском районе. Добавлено еще 2, ну то есть 12 дворов в стадии реконструкции. Пока мы не выполнили это поручение до конца, потому что силы и средств дорожно-эксплуатационного предприятия не хватает. Но думаю, что в сентябре эта задача будет выполнена. Это новый тренд – благоустроенный, чистый, уютный двор. Да, сил и средств Брестского ДЭПа сделать все сразу и везде не хватает. И здесь важна людская инициатива. Уже на протяжении многих лет тренд благоустроенного и чистого двора самостоятельно поддерживают жильцы многоэтажного дома на улице Дубровская. Озеленением придомовой территории здесь занялись сразу, еще будучи в статусе новосел. Сегодня пройти мимо ухоженных клумб, оригинальных кашпо и высоких туй, которые своими руками высаживали люди, невозможно. Секретом такой сплоченности соседей и желанием создавать красоту вокруг с нами поделилась брещанка Татьяна Кузьмук, которая вместе со всеми внесла весомый вклад в развитие зеленого и уютного двора. С самого вот начала, как только заселяться, начали постепенно вот это засаживали все, ели. Вот все, что большое вот такое выросло, оно с момента вот постройки дома, да, вот как только заселились сюда жильцы, ели были гораздо меньше, вот выросли постепенно, постепенно решили, наверное, что с домом должны расти и растения. Ну и каждый год мы что-то добавляем, что-то уходит, что-то приходит. Не знаю, мне кажется, это интересно. Дачи у нас нет, поэтому вот маленькая дача наша. И правда, двор отлично справляется и с этой функцией. На лицевой стороне яркие клумбы и кустарники. Обойдя дом, можно попасть в настоящий сад. Здесь растут вишни, сливы, орех, смородина, все, что душе угодно. За всем этим богатством пристально следят и ухаживают жильцы дома. И если в этом дворе визитной карточкой считается сад, то во дворе по адресу переулок Брестских дивизий футбольное поле. Здесь жильцы тоже неустанно трудятся, чтобы создать ухоженный
красивый вид двора. И у них это отлично получается. Каждый год что-то досаживается, обновляется, обустраивается детская площадка. Визитной карточкой является вот это футбольное поле, которое там вот вдалеке видно. Пользуются как дети, так и взрослые, и даже с соседних дворов. Ну вот, ну конечно, большая заслуга в этом самих жильцов, так как именно они все делают собственными руками. Все высаживается, все красится, все поддерживается. Да, без усилий и стараний самих жильцов вряд ли что-то получилось бы. О простой истине, что один в поле не воин, знают во дворе на улице Вольная. Здесь все оборудовано средствами и руками жильцов. Цветы, розы, лилии, ирисы, пионы, бархатцы. Здесь начинают цвести еще с марта месяца и заканчивают ближе к зиме. Секрет прост. Богатое видовое многообразие позволяет сохранять яркость двора надолго. Множество цветов и кустарников, ухоженные клумбы и туи, и коротко подстриженные газон. Кажется, будто так здесь было всегда, но за этой красотой стоит немало усилий неравнодушных жильцов. Получается, что когда вселялись, здесь ничего не было, и все хотели жильцы сделать красоту, опять-таки, для себя же, не для кого-то, поэтому все жильцы вот с самого начала участвуют в озеленении территории. Сами соседи могут принести кто-то какую-то рассаду, кто-то посадить тую. В подъезде у нас много тоже зелени, вот жильцы сами выносят даже с дома, например, чтобы было красиво. Поэтому, в принципе, все они сами готовы. У нас есть еще один жилец Анатолий, он ландшафтный дизайнер, можно так сказать. То есть он, если надо, туйки подрезает, как-то благоустраивает это все, деревья подрезает, чтобы были красивые формы. То есть, в принципе, жильцы сами готовы участвовать. Мы же это делаем для себя, а не для кого-то. Да, обустраивая двор, как образцово-показательный, никто не стремился. Просто все хотели сделать хорошо для себя же. И сделали. Очень благодарна всем жильцам, потому что это не моя заслуга далеко. Вы знаете, один в поле не водит. Никогда. Но здесь сложилась ситуация, когда большинство хотят жить хорошо. И если только большинство хотят, все получится. Я никогда бы ничего не сделала, если бы только не было поддержки. Поддержки членов кооператива, поддержки соседей. И хочется сказать, я чувствую уважение. То есть я полю, убираю, я не всегда, может быть, в хорошем виде, но они всегда идут, не только наши жильцы здороваются с соседних домов и всегда скажут хорошее слово. Жить в чистоте и красоте приятно всем, но лишь немногие могут найти в себе силы и желание, чтобы это создать. Правда, жильцы двора на Вольной не из робкого десятка и взяли на себя ответственность не только благоустроить придомовые территории, много сил они вложили и в создание уюта в подъездах. Каждый этаж может похвастаться своим маленьким ботаническим садом, украшенным разнообразными картинами. Нет, не купленными, а собранными своими руками из пазлов. Невооруженным глазом видно, что эти люди искренне любят то, что делают. Такими преданными своему делу оказались и брещанки, которые уже несколько десятилетий живут в квартирах по адресу улица Орловская. Благодаря желанию этих женщин создавать красоту возле домов, во дворе становится как-то по-особенному уютно. Когда осталась без работы, без всего, пенсионерка, решила чем-то заняться. Ну вот, что-то копала, что-то садила, подружки дали рассаду, кто-то даже с проходящих. Все благодарные, и я себе называю, что это фитнес. И говорю, у пенсионеров на фитнес денег не хватает, а на цветочки хватает сил. Ну вот поэтому этим и занялась. До этого я вообще не в детстве, я уехала потом в Минск учиться, не занималась цветоводством. Вообще это для меня новое. Это по примеру Ольги Васильевны. Ее пример стал заразительным. Я попробовала, даже ради смеха, ради шутки. Ну и вот даже сама не знаю, как это получилось, что какой-то результат, который не только мне нравится. Правда, за этим ярким результатом стоят годы усилий, ведь земля возле домов была совершенно не приспособлена для выращивания на ней цветов и кустарников. Пришлось приложить немало сил и времени, чтобы обогатить землю и помочь растениям прижиться. Такие воодушевляющие истории подтверждают, что детские городки, зеленые зоны отдыха, пестрые цветники – все это может появиться в любом дворе. Главное – инициатива и немного творчества. И у многих брещан первого и второго хоть отбавляй. Действительно, совместными усилиями можно не только создавать, но и поддерживать чистоту и уют родного города. Инициативы брещан приветствуются, но все-таки основная нагрузка возлагается на специалистов коммунальных служб. И сегодня они проводят масштабные ремонтные работы в разных точках Бреста. Такие реновации помогают поддерживать областной центр в чистоте и порядке. И это процесс непростой. Вкладываются огромные средства, прилагается большое количество сил и времени.
Что сегодня уже выглядит по-новому, где работы только начались и что еще планируется? Ответ на эти вопросы в следующем материале. Хорошо знакомый брещанам путепровод под народным названием «Горбатый мост» протяженностью 60 метров проходит по улицам Скрипникова и Кижеватова. На двух полосах проезжей части шириной порядка 3 метров практически круглосуточно интенсивное движение и большой автомобильный трафик. Если дорожное полотно в удовлетворительном состоянии за счет текущего ямочного ремонта, то сам мост и его конструкция уже давно нуждаются в обновлении. К сожалению, пока не будет ни расширения проезжей части, ни расширения тротуаров. Единственное будет замена металлического ограждения и бетонного, которые уже влияли на безопасность движения и пешеходов, и транспорта. Происходили обрушения бетона, и металлические конструкции, как вы сами видите, уже пришли в негодное состояние. Поставляет завод в Фаниполе, здесь в Беларуси у нас, они уже закуплены. Сейчас готовим и будем монтировать. Вначале одну сторону, проезжую часть, затем переходим, переключаем движение на вторую сторону. Ремонтные работы здесь планируется завершить до конца месяца. Руководство горисполкома поставило четкие рамки с 10 по 31 августа. К своему логическому завершению подходит и строительство первого в Бресте ресурсного центра для оказания помощи детям с аутизмом. Строительство самого центра, его внутренняя отделка, оснащение оборудованием – это важно, но не меньше внимания уделяется благоустройству внешней территории. Ведь оно также играет огромную роль для создания удобства и безопасности детей, посещающих учреждения. Здесь построят детские площадки для активных видов спорта, стоянки для машин, а также наладят освещение вокруг данного участка. К началу учебного года, значит, нам поручено закончить данный проект благоустройством. Вот на этой территории будет спортивная площадка, огороженная вот сеткой для игровых видов спорта. Мы сейчас полностью от улицы Буденного до Дзержинского в комплексе сделаем красивый тротуар, освещение светодиодное, ну и, естественно, газоны. Значит, данный участок, конечно, заиграет другим цветом. В историческом центре Бреста на улице Комсомольской идут работы по замене столетних керамических труб на полиэтиленовые. Да, есть неудобства, да, есть недовольство, но все это временно. На сегодняшний день более 50% значит, мы сделали. То есть улицу Комсомольскую уже почти до конца. В принципе, планируем закончить уже на этой неделе. Останутся только вот подготовительные работы под асфальтирование. То есть мы трамбуем вокруг колодцев, трамбуем котлованы, засыпаем щебнем и передаем данный вид работ в дорожно-эксплуатационные предприятия. Они будут заниматься именно асфальтированием вот этих ямок, можно так сказать, которые мы здесь нарыли. Полностью дорожное полотно специалисты Брест-ВДКанала не вскрывали. Ремонтные работы здесь осуществляли методом релайнинга. Его суть в том, чтобы новый трубопровод прокладывался внутри существующего, вследствие чего благоустройство близлежащих территорий нарушается меньше. Благодаря этому на улице Комсомольской уже заменили 845 метров трубы и 25 канализационных колодцев. Но впереди еще много работы. Сейчас мы прикладываем все усилия для того, чтобы дать работу нашему Брестскому городскому дорожно-эксплуатирующему предприятию, ДЭПу. Это мы подготавливаем основание под асфальтирование. Это то есть мы повторно трамбуем еще раз грунт, усыпаем и трамбуем щебень под проектную отметку, для того, чтобы они дальше уже могли работать. Укатывать черновой слой, чистовой слой. После этого, после того, как мы уже завершим работы по подготовке, мы будем переходить на наши улицы Маяковского и улицу Пушкинскую. Тут нам придется заменить около 320 метров трубопровода и поменять около 28 колодцев еще. Да, впереди еще много работы, и не только у специалистов Брест-ВДКанала. Ведь для того, чтобы у гостей и жителей города были позитивные эмоции от чистоты улиц, цветочного великолепия, ухоженности скверов и парков, нужно прикладывать немало сил и времени. И в Бресте это делали, делают и будут делать. И впереди еще немало интересных инициатив. Мы хотим вернуться Бресту как тюльпанному городу, городу тюльпанов. В свое время было много тюльпанов в городе, но как-то так в силу разных причин, субъективных, объективных, это достаточно затратное дело, мы отошли от этой темы. И вот на следующий год, помимо большого городского республиканского конкурса на базе нашего города, мы хотим проработать вопрос по
тюльпанному городу. То есть сделать такие тематические тюльпанные клумбы, которые потом будут в мае трансформироваться уже в другие цветочные клумбы, но чтобы это было нашим, как говорится, каким-то фишкой нашей. Одна локация уже определена, это городской сад, вот этот склон, который идет к набережной, там будет клумба большая, красивая, из тюльпанов. Ну а дальше будем думать, что это еще вдоль Московской, Машерова, именно по тюльпанам. То есть такая клумба раннего и позднеосеннего цветения. Это тоже очень интересный подход, который, надеюсь, будет реализован в следующем году. Планов много, и, как заверил председатель Брестского горосполкома Александр Гачук, все они будут реализовываться. Специально для программы «Итоги недели» работали корреспонденты БукТВ. Вы смотрите «Итоги недели» на БукТВ. Продолжаем выпуск. Вряд ли сегодня можно найти человека, у которого нет смартфона, ноутбука или планшета. Эти гаджеты позволяют быстро узнать все новости, быть в курсе всех событий. Газеты уходят? Так ли это? Категорически нет. Многие из нас уже насытились всемирной паутиной и возвращаются к чтению газет. Ведь хочется чего-то стоящего, осязаемого, и мы возвращаемся к старой доброй классике. Мы не ретрограды и не будем отрицать тот факт, что печатные источники информации должны претерпевать изменения, становиться интереснее в плане подачи материала, иметь и интернетовскую версию. Но газета была, есть и будет. Об этом на встрече с коллективом газеты «Брестский вестник» говорил председатель Брестского горосполкома Александр Гачук. Эта встреча не случайна. С 1 июля текущего года городская газета «Брестский вестник» объединилась с Брестской районной «Заря над Бугом». Речь на встрече шла о планах и возможностях коллектива, теперь уже сдвоенного источника информации. Все подробности далее. О будущем бумажных СМИ спорят рядовые граждане и люди, которые относятся к этой сфере, журналисты. Единого мнения нет ни у кого. Но в этом случае стоит вспомнить культовый советский фильм «Москва слезам не верит». Давно на телевидении работаете? 2 года. Наверное, ужасно интересно? Очень. Вы знаете, вообще, со временем телевидение перевернет жизнь всего человечества. Ничего не будет. Ни кино, ни театра, ни книг, ни газет. Одно сплошное телевидение. Герой ошибся. Сегодня вполне уживаются рядом и театры, и кино, и интернет, и газеты. Без создания своей газеты не представляет себя и коллектив редакции «Брестский вестник». Это городской источник информации. Это газета для читателя. В ней есть все. От новостей, репортажей и интервью с руководителями города до компетентных комментариев к документам. С 1 июля к «Брестскому вестнику» присоединилась районная газета «Заря над Бугом». Почему было принято такое решение объединить? Потому что очень многие вопросы объединяют жители как города Бреста, так и Брестского района в общих интересах. То есть вопросы и коммунального хозяйства, и жизнеобеспечения, и вопросы рекламы, и трудоустройства, и другие вопросы, которые волнуют каждого жителя, они обсуждаются на страницах этой газеты. Я тоже являюсь жителем города Бреста, хотя работаю в Брестском районе. Мне, конечно же, то, что интересно знать, во-первых, о тех людях, с которыми мы работаем. Интересно знать, вот, когда кто-то где-то занимает или другую должность, или когда переходит это самое, тот вопрос, который не решался десятилетиям, с помощью этой же газеты, когда газета подняла этот вопрос, и потом уже зашевелились все чиновники для того, чтобы решить этот вопрос. Интересно. И меня и волнуют тоже те мероприятия, которые проводятся в городе Бресте. Действительно. Читателю интересно знать то, что происходит здесь и сейчас. И чем разнообразнее материалы, чем больше искренности у журналистов, тем популярнее газета. Брещане, правда, не все, знают «Брестский вестник», читают, высказывают свои пожелания. Знаете что, а мне все нравится. А зачем замкомождать? Надо все лаконично, чтобы было актуально и очень доступно. И все, и замечательно. А газете «Заря над Бугом»? Вот вы знаете, нет, «Заря над Бугом», честно, не могу ничего сказать. А «Брестский вестник» с удовольствием. И выписываем, и раньше распространители были, к нам приходили. Приятно посидеть, почитать, там все есть. Я не читаю новости, не читаю газет. Что нужно сделать, чтобы быть интересным? Больше современного контента добавлять, наверное, для молодежи, то, что интересно. А что может интересовать жителя города?
Ну, каким-нибудь, где развлечения, может, интересные мероприятия проходят, то, чтобы как можно больше вовлекать молодежь во все мероприятия. В первую очередь нужно что-то изменить с сайтом, потому что это некрасиво для глаза. Глаз не радуется, когда читаешь или его смотришь. Ну и второй шрифт. У меня такое ощущение, когда читаешь, видишь только один стандарт, который уже, наверное, как с начала открытия, и они идут в этом направлении, не добавляя ничего. Я работаю, мне некогда читать. Но если у меня выходной, то я книги читаю, классику перечитываю, а новости по телебачению нашему, по белорусскому нашему телебачению. Слухаем новости. Что нужно делать в газете, чтобы быть современной и интересной? Ну, вообще? Наверное, ну, что значит новости? Новости сегодня не популярны, да, завтра это уже устаревшая информация, вчерашний день. Поэтому, наверное, надо идти в шаг со временем и оповещать брещан и жителей области современными последними новостями, я так думаю. Если бы я захотел почитать, то мне было бы интересно то, что касается не политики, а самой жизни горожан и самого Бреста. То есть как бы политика это так, на мой взгляд, это чисто мое мнение и все. Главное, чтобы было интересно горожанам, то есть жизнь города, его обустройство, то есть где можно детям, семьям сходить отдохнуть, где провести время. То есть, ну, это только мое мнение. Сколько людей, столько и мнений. Конечно, газете в новом формате нужно по-новому себя преподнести. Вместе два слившихся коллектива смогут рассказать читателям больше и интереснее не только о том, что происходит в городе. События районные не будут обделены вниманием. Тем более, что и творческий потенциал огромен, и возможности материально-технические позволяют. В этом убедился Александр Рогачук, побывав в самой редакции «Брестского вестника». А журналисты – люди, быстро адаптирующиеся к любым условиям, уже сегодня городские выехали в поля, районные активно изучают брестские новости, и те, и другие знакомятся с руководителями. Встреча в горисполкоме – хороший повод сделать это всем вместе. Спикером выступил руководитель города Александр Рогачук. Конкретные предложения поступили и от главы Брестского района Владимира Синчука. Но и журналистам, как говорится, палец в рот не клади. Свою позицию они отстоять умеют. Мы должны сделать ее популярной среди населения как Брестского района, так и населения города Бреста. А для этого мы должны идти к нашему читателю. Это раз. Это тот наш читатель, который любит читать бумажный вариант. Конечно же, в век развития информационных технологий мы не должны потеряться и в интернете. Мы должны становиться мощным ресурсом, который платформой, который будет рассказывать о городе, о Брестском районе, о его жителях, достижениях. Мы должны поднимать и острые вопросы. Об этом сегодня и мэр говорил, что не нужно бояться острых вопросов. Нужно их показывать и доносить людям. И как мы можем вместе их решить. На встрече обсуждали все, начиная с заглавия газеты, шрифта, заголовков статей и репортажей. И, конечно, самое главное, какой должна быть газета, чтобы ее читали. На нее подписывались и брещане, и жители Прибужья. Первый месяц совместной работы показал, что тем много, работы еще больше, но позитив присутствует. Несмотря на то, что объединение прошло чуть больше месяца назад, и, казалось бы, это не такой большой период, тем не менее, мы уже видим положительную динамику в развитии редакции. Объединение позволило нам не только прирасти штатом, мы получили квалифицированных, отличных специалистов. Но помимо этого, мы расширили свою территорию. Теперь не только жители Прибужья могут узнавать, что происходит в областном центре, но и брещане знакомятся с жизнью в Брестском районе. Уже по отзывам жителей района, они видят нашу газету яркой, интересной, более насыщенной, что для нас это, наверное, для нас это главный практический результат того, что движемся мы в правильном направлении и работаем. На Брестский вестник можно только подписываться. Я уверена, что в скором времени мы только прирастем читателями, подписчиками, а коллектив редакции, конечно же, готов работать, желает работать.
и дальше будет радовать своих подписчиков информацией. Было много разговоров когда-то о том, театр умрет, будет кинематограф. Но его вытесняет уже интернет. А театр живет, и мы с удовольствием смотрим спектакли. Так и газета в печатном формате своего читателя всегда найдет. Я считаю, что с объединением города и района в плане средств массовой информации выиграли все. И город, и район. И не сомневаюсь, что объединенная газета, которая будет называться «Брестский вестник», будет еще более авторитетна, а власть получит объективный, авторитетный рупор для работы с населением. Ни в коем случае мы не будем умалять роль печатных СМИ, а всячески постараемся сделать, чтобы наша газета, государственная газета «Брестский вестник», было самой читаемой в регионе. Для этого есть у нас ресурсы, для этого есть и желание, и самое главное, есть полное совпадение точек зрения и городской, и районной власти в моментах, какой должна быть информация, которую мы подаем. Она должна быть объективной, лаконичной, критичной, если для этого есть основания, и интересно по своей сути. Лариса Осмолович, Андрей Щерба, Александр Макаревич. Программа «Итоги недели». Долгая и основательная подготовка выпускниками к централизованному тестированию с репетиторами, бессонные ночи и, наконец, сами испытания уже позади. Брестские вузы сообщили о завершении вступительной кампании образца 2021. Кому-то удалось воплотить задуманное в жизни и стать студентом университета. Другим же придется изменить свои планы и рассмотреть запасной вариант. Напомним, что всего в этом году в Брестской области было выдано 36 138 пропусков для абитуриентов, желающих пройти централизованное тестирование, что на 2054 меньше, чем в прошлом. Это можно связать с тем, что количество выпускников в этом году уменьшилось и возрос спрос на профессионально-техническое образование. С какими результатами удалось завершить вступительную кампанию и за какие специальности шла самая настоящая борьба, расскажет Людмила Лагодич. Еще свежи в памяти впечатления от вступительных испытаний, где каждому из абитуриентов необходимо было собрать воедино все накопленные знания за 11 лет учебы и, преодолев волнение, показать их в том самом тестировании, которое стало для многих судьбоносным. Ксения Власюк – одна из тех, чьи усилия по поступлению в Брестский государственный технический университет не пропали даром. Конечно, за обучение придется платить, да и специальность пришлось подкорректировать на смежную. Но главное, что ее мечта стала реальностью. Вчера уже узнала то, что поступила, и очень рада этому. Сначала я хотела на маркетинг, потом получилось, что я поступила на экономику и управление. Сразу же хотела в этот университет, и больше других вариантов у меня не было. Готовилась я год. Ну, конкуренция была, в принципе, большая. Переживала, очень волнительно это было. Но вроде как я справилась со всеми заданиями. Я теперь буду учиться тут. Оказалось, что если в случае непрохождения на бюджет, пойду на платное. Вот, и в итоге я оказалась 13-й из 12 человек на бюджет. Получается, я первая на платное, но я чуть-чуть расстроилась, как бы. Вот, но все равно хороший результат. Я выбрала специальность архитектурный дизайн, потому что это больше творческое, нежели просто архитектура. Вот, у нас в городе нет просто направления дизайн. Вот поэтому я выбрала данную специальность. Мне она понравилась тем, что можно проектировать как здание, так и внутри их обустраивать. Вот. И так как я занималась долго рисованием, то я люблю что-то такое творческое, вот, что можно, в чем можно развиваться и где можно показывать свои возможности. Свои возможности на 5 факультетах вуза – электронно-информационных систем, строительном, экономическом, машиностроительном, инженерных систем и экологии – смогут раскрыть практически все пришедшие на открытое заседание приемной комиссии. Новых специальностей в этом году не планировалось, а вот на предложенных за счет бюджетных средств в этом году набрали 512 студентов. В этой же аудитории собрались исключительно те, кто будет обучаться на платной основе. У нас план был на платную форму обучения. 812 человек, зачислено у нас 677, из них 350 на заочную форму обучения и 327 на дневную.
могу отметить, большим спросом пользуются специальности электронный маркетинг, экономика электронного бизнеса. Это специальности на стыке. На выпуске получается двойная квалификация. Менеджер-программист, экономист-программист. Поэтому они обучаются и как айтишники, и как экономисты. И также большим спросом пользуется специальность программное обеспечение информационных технологий. Это специальность, относящаяся к группе IT. Деканы факультетов озвучили проходные баллы. Были подведены итоги вступительной кампании. Обратился к пришедшим и ректор вуза Александр Баханович. Мы очень благодарны вам за то, что вы выбрали наш университет. Благодарны вашим родителям, что они вас вырастили, воспитали и привели к нам на учебу. Со своей стороны обещаю, что мы сделаем все возможное, местами и невозможное, чтобы, окончив наш университет, вы стали первоклассными специалистами, нашли себя в жизни и в стенах университета раскрыли все свои таланты, весь свой потенциал и в науке, и в творчестве, и в спорте, и в общественной жизни, и где вы только не захотите. Поэтому я призываю вас быть инициативными. Университет – это ваш дом, и, как я иногда шучу, это вы наши работодатели. В Брестском государственном университете имени Пушкина вступительная кампания также завершилась срок. Набор в этом году проводился по 36 специальностям на 10 факультетах. Студенческая семья приросла на 500 студентов первого курса бюджетной формы обучения. 550 студентов будут обучаться за счет собственных средств. Отрадно, что в этом году, так же, как и в прошлом, к нам пришло большое количество талантливой молодежи. Это медалисты, это победители олимпиад, республиканских олимпиад. Это выпускники колледжей, у которых диплом с отличием. Мы всегда рады таким абитуриентам и, конечно, ожидаем от них дальнейших успехов в учебе. Чуть ниже, чем в прошлом году, у нас пользовались успехом специальности физико-математического факультета. Но зато такие специальности, как логопедия, психология, практическая психология, современные иностранные языки, демонстрируют такую же высокую тенденцию к высоким баллам, к высокой конкурсной ситуации. Так, например, на специальности логопедия конкурс составил 6 человек на место. Это очень высокий конкурс. И проходные баллы в этом году по сравнению с прошлым годом тоже повысились. Практически на все специальности проходной балл стал выше. Новоиспеченные студенты вузов празднуют победу. Тем же, чья мечта не сбылась, не стоит расстраиваться. Набор в колледже не завершен. И для получения среднего специального образования еще есть время и немало возможностей. Ну а выпускникам будущего года есть повод задуматься и более серьезно готовиться к вступительным испытаниям. В августе отмечают День альпинизма или День альпиниста. Праздник, который не знает границ, объединяя всех людей во всем мире, поистине любящих горы. Территория Беларуси в основном равнинная. Редкие возвышенности, относящиеся к белорусской гряде, почти не превышают высоты 300 метров. Но это совсем не значит, что для нас этот праздник чужд. Есть в нашей стране люди, чьей жизнью является альпинизм, чьей душой являются безграничные, зеленые или снежные, опасные и вместе с тем невероятно красивые горы. Наши белорусские альпинисты покорили множество культовых гор мира. Знамя Победы и кисет с землей из кургана Славы на Эвересте говорит о том, что и самая высокая точка мира покорена белорусами. Наш следующий сюжет будет посвящен любви белорусского человека к горам, а также юному поколению, которое выбирает именно этот спорт. Беларусь – не горная страна, скажет кто-то, где мы со своими равнинными полями и лугами, а где величественные горы. Но так только кажется, что для жителей равнин эта тема не близкая. На самом-то деле горы в душе, а альпинизмом при желании может заниматься каждый, вне зависимости от места жительства. Альпинизм – это захватывающее, местами опасное и дорогое увлечение. По своему характеру оно подходит очень малому проценту населения, ведь справиться со всеми сложностями подоблачных вершин может не каждый. Штурмуя гору, альпинист преодолевает не только скалы, но и другие естественные преграды, снежные, ледовые участки, горные реки. Здесь много свободы, ответственности, тактики и стратегии. Мозг всегда должен работать, все нужно просчитать до мелочей. В нашем городе, конечно, есть опытные альпинисты с серьезным багажом личных горных триумфов.
Например, Михаил Макеенко и Александр Войтюк, которые были в составе команды белорусских альпинистов, впервые в истории поднявших пламя мира вторых европейских игр на Монблан, высочайшую точку Европы. Они зашли на пик Победы, горную вершину высотой 7439 метров. Это высшая точка Тянь-Шаня и Киргизии. Было также и много-много других серьезных побед. Вершина 4810 Памир Алай. Это одна из пяти стен в мире высотой 1500 метров. То есть просто стена огромной длины, их таких мало. И вершина Сера-Тора в аргентинской Патагонии, скажем так. Мы с напарником первые белорусы, и вообще туда зашло за всю историю максимум до 200 человек. То есть это такая знаковая гора для любого альпиниста. Очень часто приходит мысль, что у тебя была такая полумечта, и она, и ее уже нет. То есть, ну, это огромная радость, но в то же время какая-то небольшая потеря, потому что ты стремишься, развиваешься, тренируешься, заходишь и понимаешь, что как бы такое уже не повторится, то есть все. Надо искать новые цели и задачи. Скалолазание и альпинизм очень близки, но все-таки разные виды спорта, совершенно точно дополняющие друг друга. Правильнее даже будет сказать, скалолазание – это подвид альпинизма. Во-первых, это очень красивый эстетический вид спорта, потому что количество движений, которые есть в скалолазании, их просто бесконечное количество. То есть нету на каждой трассе, на каждом движении нету конкретного какого-то движения, которое будет единственное правильное. Это интеллектуальный вид спорта, это физический вид спорта. Он развивает человека во всех направлениях. Скалолазание – это прекрасная возможность, во-первых, при свое тело, очень хорошо помогает развивать свои мозги, это логика, тактика, как браться, что делается, укреплять все мышцы рук, это прекрасное времяпрепровождение. Ты находишь много хороших друзей, хороших людей. В нашем скалодроме прекрасная семья такая вот сложилась за эти вот 4 года, которые он существует. Да. Почти 5. И считаю скалодром своим почти что вторым домом. Все мы хотим, чтобы дети были увлечены не чем-то разрушающим их сознание и здоровье, а чем-то полезным. Так вот, скалолазание – это как раз один из тех видов спорта, который может дать ребенку много. Ведь это всегда активный образ жизни на природе, а также замечательная физическая и интеллектуальная работа. Отличным стартовым этапом в этом виде спорта для брестских ребят уже давно стал скалодром «Вершина». Если раньше я не мог залезть даже по самой обычной плоской, то сейчас я могу залезть по сложным достаточно. Если чисто для себя, потому что это как-то развивает полностью. Во-вторых, это полное укрепление мышц, это пригодится всем в жизни. Ну и, скорее всего, третье, почему я посоветую вообще всем прийти, кто скучает летом, то есть лучше не ухудшать свои глаза и сидеть дома под компьютером 24 часа, ну, заниматься только здесь. Это не скучно, это интересно. Во-вторых, как любой вид спорта, скалолазание воспитывает характер. И дальнейшее развитие в этом виде спорта дает очень большие, открывает границы перед человеком. То есть применение этого вида спорта можно, вот скалолазание — это не просто спорт, это и активный вид отдыха. То есть мы ездим, путешествуем, ездим на скалы, лазаем, можно загорать на море и параллельно с этим лазать на скалах. То есть это не просто сидячий образ жизни, это активный образ жизни. Люди, любящие альпинизм и скалолазание, объединены одной целью – достичь вершины. Лозунг «Вижу цель, иду к ней» – это в точности про них. Все они обладают умением концентрироваться на достижении такой заветной цели. А это качество, как всем известно, крайне полезно и необходимо для жизни в современном, стремительно развивающемся мире. Хобби. То есть я трачу деньги на альпинизм, но им не зарабатываю. То есть я туда езжу для души. Получаю удовольствие, развиваюсь, общаюсь с людьми, узнаю мир. То есть любая экспедиция, там, поездка в горы, это же не только восхождение. То есть ты едешь в новую страну, общаешься с людьми, узнаешь новую культуру. То есть у тебя добавляются знакомые, друзья, то есть расширяется круг общения. Мне это дает точно организованность. Мне это дало характер, мне это воспитало во мне какой-то внутренний дух, силу духа. Потому что хочешь узнать человека, возьми его в горы. Горы сразу показывают, кто есть кто. Вот, поэтому и просто горы – это очень красиво, горы – это… Они просто манят. Иногда вот спрашивают, почему, зачем ты туда идешь? Люди многие много делают вещей, непонятно для чего. Вот это, наверное, одна из тех вещей, которые вот
мы делаем, потому что просто нам нравится. А еще нашим брестским альпинистам как минимум повезло с тем, что они знают, что они любят делать по жизни и делают это. Хобби это или работа, неважно. Главное – удовлетворенность от каждого прожитого дня. Это были события Бреста, какими их увидели мои коллеги-журналисты БукТВ. Мы встретимся снова на том же месте и в то же самое время уже в следующую субботу. Но на этом у нас сегодня все. Нам, конечно, еще есть что сказать, но дождемся следующего эфира. А если вы знаете то, что неизвестно нашим корреспондентам, звоните. Номер в Бресте 54 63 67. Я, Ирина Левчук, желаю вам добрых новостей в ваших домах и, конечно, здоровья вам и вашим близким.